Гуру телевидения в Иванове Госуниверситет посетила журналист, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Встреча со студентами проходит в рамках цикла «Губернаторские лекции», поэтому с приветственным словом выступил глава региона Станислав Воскресенский. У нас так случилось, у меня кто-то даже сказал, что уже окрестили в СМИ этот формат «Губернаторские лекции». Но если это нравится, давайте это так назовем. Но вот сегодня мы серию таких лекций открываем. Мне очень радостно вам представить Рита Симоньян, Маргарита Симоньян, извини. Свою карьеру журналист начала в конце 90-х в родном Краснодаре. В нулевых работала в президентском пуле, рассказывала про теракт в Беслане и войну в Чечне. 3 года назад возглавила ведущий телеканал, который освещает российские новости на английском языке. Мы очень быстро стали самым популярным телеканалом из всех информационных телеканалов на мировом YouTube. Очень быстро набрали там 1 миллиард просмотров, обошли на этой площадке все остальные информационные телеканалы. Мы очень быстро обнаружили, что людям, интересующимся политикой, интересующимся миром во всех странах света, интересны именно мы. Своим примером Симоньян показывает, что без столичного образования и связей можно достичь серьезных вершин. Чтобы создать популярный телевизионный продукт, уверена гости, необходимо отходить от привычных стереотипов, говорить на темы, которые, казалось, закрыты для СМИ. Мы пригласили, например, у нас вел свое шоу Джулиан Ассанж. Я надеюсь, вы знаете, кто это. Человек, которого я считаю, несмотря на то, что он не профессиональный журналист, я считаю его величайшим журналистом современности, человек, который сделал то, что и должен делать журналист. Открыл миру глаза на правду, на какие-то вещи, о которых мир до него и без него не догадывался. Кто еще выступит перед ивановской аудиторией и приживется ли формат губернаторских лекций, пока неизвестно. Старт весьма многообещающий. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.